Выпуск новостей на канале ЮТВ о главных событиях к этому часу. В студии для вас работает Станислав Листопад. 70 судов над крымско-татарскими активистами проходят в аннексированном Россией Крыму. Это рекордное количество судебных заседаний, сообщает крымская правозащитная группа. В частности, слушания проходят в Джанкое, Алуште, Симферополе и Судаке. Российские власти обвиняют крымчан в нарушении проведения акций и митингов. Местные активисты стримят видео возле зданий судов. Мы находимся в ПГТ Кировском. Началось первое заседание в 10:15. Умер Таир, обвиняемый, защитник Сиран Амитов. В суд не пускают, пустили только 6 человек. В дальнейшем будем сообщать. Мы находимся в Белогорске, где проходит судебное заседание по делу одиночного пикета. Джимат собрался. Все дела связаны с массовыми одиночными пикетами, которые крымские татары провели 14 октября в разных районах полуострова. Они требовали от оккупационной власти прекратить репрессии. Трое украинских военных погибли в зоне боевых действий на Донбассе за последние сутки. Все на Донецком направлении. Об этом телеканалу ЮАТВ сообщил спикер штаба АТО Василий Лабай. В целом российские наемники 14 раз нарушили условия перемирия. На каждый второй обстрел защитники отвечали огнем. На Донецком направлении боевики сосредоточились на Приазовье. Самая сложная ситуация в районе Светлодарской дуги. Тут у вечерний час ворог с тяжелой артиллерией. Здесь в вечернее время враг из тяжелой артиллерии калибра 152 мм, минометов, гранатометов и пулеметов вел огонь по нашим позициям возле Луганского. В этом же районе из 120-миллиметровых минометов противник обстреливал защитников Зайцева и Травневого. Тем временем украинская разведка предупреждает, уже завтра боевики могут начать наступление по всей линии соприкосновения на Донбассе. Активность боевиков в штабе АТО связывают с планами Минобороны России отозвать российских офицеров из совместного центра по контролю и координации прекращения огня. В частности, боевики готовят диверсии на военных, транспортных и энергетических объектах. В том числе ожидается увеличение количества провокационных обстрелов в сторону жилых кварталов, населенных пунктов вблизи линии разграничения. Снег, метель и сильный ветер. Украинские синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Украины, в основном центральных и северных. Там порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом ЮАТВ рассказал заместитель директора Укргидрометеоцентра Анатолий Прокопенко. По его словам, такая непогода продержится несколько дней. Такая ситуация связана с выходом южного циклона, который движется в северном направлении. В зоне его действия большинство регионов, за исключением западных. На юге и востоке преимущественно дожди, а в центре снег и мокрый снег. Это будет продолжаться до завтрашнего вечера, потом немного поутихнет, но опустится температура воздуха. В Киеве снег с метелью начался около 6 утра. Улицы убирают около 400 единиц спецмашин, сообщают в Киевской городской администрации. Образовались пробки на въезде в Киев, поскольку ограничили въезд фурам и грузовикам. О международных событиях. Израиль планирует ввести смертную казнь для террористов. Такой законопроект согласовали лидеры правящих партий страны, сообщает агентство France Press. Для вступления в силу документ должны одобрить в 4 чтениях в парламенте. Сейчас в Израиле действует смертная казнь по 2 статьям – преступления против человечности и госизмена. В последний раз она применялась в 1962 году. На этих кадрах вы видите отрывок из судебного процесса над бывшим офицером СС Адольфом Эйхманом. Он отвечал за отправку людей в лагеря смерти во время Второй мировой. В 1961 году суд Израиля приговорил Эйхмана к смертной казни за преступления против человечности.
отменить визовую лотерею и ограничить цепную миграцию. Об этом заявил президент США в своем еженедельном телеобращении. Дональд Трамп призвал сограждан поддержать изменения в миграционных правилах. По его словам, это связано с необходимостью усилить внутреннюю безопасность в стране. Трамп неоднократно призывал к сокращению количества иммигрантов в США еще во время избирательной кампании в 2016 году. Нынешняя система иммиграции в нашей стране помогает отстаивать интересы влиятельных кругов, но вредит американским рабочим, налогоплательщикам и национальной безопасности. Десятилетиями правила иммиграции в США базировались на устаревшей системе под названием цепная миграция. Согласно ей, граждане других стран могли приезжать в Соединенные Штаты, а потом привозить неограниченное количество своих родственников. И вокруг света за 42 дня. Новый мировой рекорд установил французский яхтсмен Франсуа Габар. На своем судне он обогнул земной шар на 6 дней быстрее предшественника. Рекордсмена встречали во французском городе Брест. Эти кадры яхтсмен Франсуа Габар снял в финальную неделю кругосветки. Я только что пересек экватор. Впереди большая работа. Нужно пройти экваториальную зону низкого давления, где часто идут дожди. Сегодня здесь неплохая погода, но на небе есть тучи. Пришлось утеплиться и надеть куртку. Становится холодно. За бортом большие волны и грязная вода. Финишную черту, виртуальную линию между французским островом Уэссан и британским мысом Лизард, Габар пересек 17 декабря в 4:15 утра по Гринвичу. К берегам Франции яхту сопровождали десятки поклонников на парусниках и катерах. Честно говоря, я не ожидал такого результата. Надеялся побить рекорд, но не думал, что разрыв будет таким большим. Мне помогла удача, была хорошая погода и очень благоприятные условия в Атлантике. Если бы я стартовал позже, все могло бы быть иначе. Габар обогнул земной шар за 42 дня, 16 часов и 40 минут. Это почти на 6,5 суток быстрее, чем результат предыдущего рекордсмена, француза Томаса Кавиля. Он совершил кругосветное путешествие в 2016-м. Варвара Миранкова, UATV. Команда UATV продолжает следить за происходящим в Украине и мире. Все выпуски можно найти на Facebook и YouTube. Следующий выпуск через 2 часа. Увидимся.